из парома на тайский остров Качанг вы точно не сможете попасть. Аэропорта на Качанге нет. А паромы работают только в дневное время, причем предусмотрен проезд и с машинами, и с мотобайками. Паромы ходят каждый час. Переправа длится минут 40. Эта часть маршрута уже поинтересней. Приятная морская прогулка в водах Сиамского залива с прекрасными видами. На пароме даже кафе есть, поэтому берите себе кофейку и отдыхайте. Дышите свежим морским воздухом. Ваш капучино. Долгое время Качанг был в стороне от туризма и считался экологическим раем. Затем остров облюбовали для своего отдыха местные жители. Даже королевская семья предпочитала Чанг для отдыха. Но с начала 90-х годов в рай захотели попасть все. И началось массовое строительство отелей, ресторанов и дорог. С тех пор Качанг стал одним из популярнейших туристических курортов. Сюда теперь едут со всех уголков мира за тихим и комфортным отдыхом, белоснежными пляжами и всеми прелестями тропической природы. С нами всегда в путешествии карточка Приорбанка. С ней удобно, безопасно и выгодно рассчитываться за границей. И при этом получать скидки. Партнер программы Приорбанк.